Здарова, ребят, с вами Илья, это Игра День и Новости игровой мобильной индустрии. Ребят, спасибо всем за ваши лайки на прошлом видео, мы собрали 1000 лукасов, и вот я представляю новый свежий выпуск новостей. Тут та же история, как только мы набираем 1000 лукасов, это будет просто отлично для мотивации сделать следующий выпуск, так что давайте дружно поставим. Ну а так, сегодня мы посмотрим на новый Shadow Fight на мобилке, затронем вновь тему удаления Fortnite на телефоны и еще посмотрим на обновленную GTA на Android и еще на ряд классных новинок. Короче, как всегда, не теряем время и давайте начнем. Поехали! И начнем мы сегодня с игрушки Atom RPG, и она уже наконец-то вышла в релиз. Atom — это возможность создания уникального персонажа со своими сильными и слабыми сторонами. Тут сбалансированная ролевая система, десятки навыков от взлома до азартных игр и просто увлекательный игровой процесс. Тут нас ждут разные локации, быт с другими выжившими, поля, леса и многое другое. Все это, конечно же, заполнено опасными мутантами, которым мы бросим вызов с нашим арсеналом, так что будем вступать в эти битвы. Игрушка замечательная, это, в общем-то, порт с ПК на мобилке, так что пробуем. Идем далее, и Apple держит пользователей и разработчиков в цифровом рабстве, и именно это заявил Павел Дуров в поддержку Epic Games. Если вы не в теме, то на днях Epic Games добавили в свою мобильную версию Fortnite функцию прямых платежей, после чего Apple и Google удалили приложение из App Store и Google Play. Практически незамедлительно юристы Epic Games обратились в суд против этих двух компаний, и пока непонятно, что будет в итоге. Будет ли игра вновь возвращена в магазины приложений или нет, скоро это дело узнаем. В любом случае, с андроидовой, я понимаю, скорее всего, игра будет распространяться через лаунчер Epic Games или через APK, ну а вот как дела будут обстоять именно с Apple, пока непонятно. Также за разработчиков вступился еще и Spotify, а также компания Tinder, помимо Павла Дурова. Shadow Fight Arena идет закрытое бета-тестирование шикарной новинки. Пока идет все это дело без приглашения, поиграть, я так понимаю, не получится, но тем не менее, факт остается фактом. Тут мы соревнуемся в реальном времени с друзьями или же другими игроками со всего мира в формате PvP. Тут мы играем за своих любимых героев из вселенной Shadow Fight и показываем, кто же круче. Вам предстоит создавать команду из 3 бойцов, каждый из которых имеет уникальные и крутые способности. Выбираем правильного бойца, чтобы противостоять тактике противника, а также подключаем все свое мастерство на максимум. Игра уже есть в Google Play, ссылочку оставлю в описании, правда, как я говорил, пока идет именно закрытый бета-тест. Bad Point Classic, вышло обновление для классной головоломки, так что, ребята, оцените игрушку. Перед нами увлекательная головоломка, помогающая скоротать время, развивая при этом логическое мышление. Тут мы преодолеваем уровень за уровнем, под приятное звуковое сопровождение, соединяя точки одного цвета. Звучит все просто, но на деле тут не так все легко, поэтому придется включать внимательность, а также логику просто на максимум. Рисуем линии, заполняем все игровое поле, таким образом проходим дальше. Короче, игрушка приятная, так что зацените. Что ж, ну и последнее на сегодня, и это очень жаркая игрушка GTA на наш Android. Это сервер Mordor RP, который получает огромное обновление, версию 2.0 своего проекта. Игра очень сильно преобразилась визуально, и теперь здесь новый ультрасовременный и качественный лаунчер с несколькими игровыми серверами. Также самого свежего изменили работу шахтера, она тоже стала круче, исправили кучу мелочей, например, синхронизацию ходьбы и все в этом духе. Обновленную версию уже можно скачать по ссылке в описании, так что туда залетайте, качайте и используйте мой промокод, так что буду вас просто ждать в игрушке. Кстати, я сам играю именно на сервере Mordor Roleplay. Так, ну что, ребята, на этом наш небольшой новостной выпуск на сегодня подходит к концу, и как обычно, жду от вас лайки, комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы быть в теме всех мобильных игрушек. Ну а так, смотрите мои прошлые выпуски, я недавно выпустил видео про Fortnite, про Area F2, про CSGO и еще многое другое. Короче, ссылки также оставил в описании. Ну а так, заканчиваем и скоро вновь увидимся. До встречи. Пока.